приставов в текущем году мы также ориентируем накладывать аресты. Ну, если раньше мы говорили, что надо сотовый телефон арестовывать, проверять домашнее имущество, что и сейчас, в принципе, делается. Сейчас еще ориентируем на те факты, когда мы выявляем в регистрирующих органах имущество, это автотранспортные средства, Гостехнадзоре, если что-то, какая-то спецтехника зарегистрирована, я вот потом, все мы знаем, что у нас с текущего года появилась такая мера, как ограничение спецправ должников, вот тоже остановлюсь, по каким категориям мы ограничивали должников в спецправах. Вот интересная тема, то, что любят, так скажем, журналисты, это вынесение ограничений должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. В текущем году мы вынесли 1301 такое постановление. И в результате применения такой меры у нас более чем на 6 миллионов должники оплатили задолженность по алиментам. Также хотел бы вот сравнить тоже, привлечено к административной ответственности у нас 239 должников, за 2015 год было привлечено 524. В прошлом году, в 2015, у нас прошли лечение должники, ведущие социальный образ жизни. Такого нам удалось достигнуть, хотел бы также подчеркнуть, с налаженным взаимодействием с областной комиссией по делам несовершеннолетних. В том числе вот наши коллеги помогли, каким образом они сориентировали свои комиссии в районах, и в районах эта работа тесно со службой судебных приставов была проведена, и таким образом вот у нас прошло лечение от алкогольной, наркотической зависимости 42 должника. Вот эта цифра, казалось бы, небольшая, но еще раз повторюсь, что эта работа была начата в 2015 году, и в дальнейшем, я думаю, она у нас будет продолжаться. Продолжаться до тех пор, пока мы не снизим к минимуму, наверное, категорию должников, которые вот ведут социальный образ жизни.